Я не скажу. Не может быть. А, так, прежде чем все начнут обращать внимание на победителей, команды, которые прошли на инкубацию, я что-то не вижу всех в зале. Прежде чем я начну, собственно говоря, приглашать сюда тех, кто победил, я бы хотел... Месяц назад началось и происходило в течение месяца, и последние два дня я бы хотел позвать на сцену команду 1991, наших сотрудников, людей, которые согласились стать частью команды на время хакатона. Прошу вас поприветствовать. Это те люди, которые бросят все в начале января этого года, сломя голову, согласились участвовать в этом проекте. А почему выходят не все? Собственно говоря, и те, кто согласились дальше развивать IT, помогать вам развивать ваши проекты. И я надеюсь, это всего лишь первый инкубационный цикл, в который мы отбираем проекты. Спасибо вам большое. Я благодарен каждому за эти все бессонные ночи, пропуск еды и все остальное. Спасибо. Наверное, было бы классно сделать селфи, но для этого всем придется доодеть футбол. Теперь я хотел бы, перед тем, как мы объявим все-таки героев нашего сегодняшнего дня, дать всем жюри буквально по одной минуте высказаться. Потому что для некоторых это вообще первый хакатон в жизни, на котором они присутствуют. Я хотел бы ваши впечатления от проектов, возможно, пожелания, потому что не все пройдут на инкубационную программу. Буквально пара слов. Михаил, раз уж микрофон у вас, можно с вас и начнем. Да, микрофон работает. Уважаемые коллеги, для меня это не первый хакатон, which is fine. Спасибо. Значит, и вы знаете, я скажу, что этот хакатон во многом, наверное, благодаря и команде инкубатора 1991, которая упиковалась проведением всего хакатону, он был какой-то, наверное, наиболее домашним из всех, которые я видел. Может, потому что я тут себя чувствую как дома в этом офисе. Вот. Но на самом деле была очень теплая атмосфера. Очень теплая атмосфера, масса идей, горящие глаза, желание что-то делать, желание работать. Один из самых важных аспектов этого хакатона в том, что он все-таки был сфокусирован на открытые государственные данные. То есть он изначально социально ориентирован. Он изначально ориентирован на те задачи и проблемы, которые мы в государстве, все вместе с вами, как граждане, пытаемся решать. Поэтому, независимо от того, чем закончился хакатон, я абсолютно всем, кто потратил эти два дня, свои выходные дни, на участие в этом мероприятии, я желаю удачи, успеха, креатива, ну и счастливой безоблачной страны. Слава Украине! Privilege to be part of Open Data Incubators or 1991 Incubators first act, if you will, on the scene. There's a lot of work behind, but also one of the most impressive things for a foreigner when one comes to Ukraine is to identify what is the spirit
of each country. And for me, when I came to Ukraine about 2 years ago, I started observing. You know, I didn't make big sort of assessments. But one of the things that keeps on being confirmed is the incredible intellectual and creative capital that you have in this country. And today and yesterday, it's one confirmation of this. There's a lot of creative ideas. I hope there'll be even more creative ideas, that this is just the beginning. And as I said, it's a very, very big privilege to be part of this movement and actually opening the country. So you're actually part of opening a country to the public, to the international environment, and to each other. So thank you very much. I could actually just say ditto to what Jordanka said, but is this working? First of all, let me say thank you to Denis and to the incubator team, 1991 team. I know you've done a great deal of work over a very short period of time. Thank you and congratulations. Thank you to Microsoft for hosting in the building here. It's great to be in the facility again. But most of all, thanks to all of you participants in the hackathon. It is inspiring to hear about your projects from concept to full product stage, the range of things that we saw, diversity of sectors and interest areas, pure business ideas, social impact ideas. It is inspiring to hear what you're doing, and certainly we wish you the best for short-term and long-term success. Зазвичай, коли в людей робочі вихідні, то вони так з сумом йдуть на роботу, але ну я ж добре, що не мав мого начальства, але це справді в мене таке dream job, тому що проводити так вихідні на роботі це гарно. Насправді я керую програмою «Кандидати місцевий економічний розвиток» у нашому фонді, і більшість проєктів, які би ми мали робити, мали бути десь в українських селах, щоб допомагати тим людям, яких найменше можливо. Але ми куруємось також підходом тим, що ми можемо вирішувати якісь проблеми там на національному рівні, так і буде ефект відчутний на місцевому рівні. Насправді в мене ще було дуже багато питань до кожної презентації. Я вже майже закінчила. У мене було дуже багато питань до кожної презентації. І ті проекти, які ми вибрали, вони справді дуже, дуже, дуже хороші, дуже такі, скажімо, promising, так, те, що ми називаємо англійською. Але ті, які не потрапили в цей список, вони такі ж. І я впевнена, що от ви знаєте, що Україна це і цей гакатон, це не один, не одна можливість, тому ми хочемо вас якби підбадьорити, щоб ви продовжували розвивати ці ідеї. Ну і зі свого боку, зізнаюся, що там теж є один проект, який мені, як представнику фонду, вже цікаво там продовжувати далі, хоча він не війшов, скажімо, у перелік тих, які кубили. Так що успіхів, робіть класні речі. І я процитую Дмитра Шинка, він казав, що дуже класні ідеї, ті, які outside of the box. Думайте так. Дякую. Дякую дуже. Ну і врешті-решт, я хотів би... Если у нас листик, все подписи вы поставили, то есть это не из кармана я достал. Мы, в принципе, были во многом солидарны со всеми жюри в выборе. И я хотел бы начать приглашать сюда тех, кто прошел на инкубационную программу. Наверное, не стоит выходить всей командой, мы обязательно с вами еще все сфотографируемся и познакомимся. Я прошу лидеров команд, которые я перечислю, выйти, потому что ваша команда прошла на инкубационную программу в рамках 1991. В принципе, начнем сначала. Это Агромонитор. Майтрея. Антикоррупционный монитор. Open ADV. ЭКОСД. Цифровая полиция.
Athena. І Тіпо Оргіві. Ребят, мы вас сюда позвали на сцену для того, чтобы вы сказали буквально по одному слову, может быть, ну, к жюри, к организациям, не знаю, в целом, но просто хотелось бы узнать ваши впечатления, может, планы на будущее. Впечатления, ну, это было полезно, мы давно хотели разрабатывать подобную штуку, и не было как бы такого толчка к новому модулю, который полезен для города. Спасибо за организацию. На самом деле я хотел бы очень поблагодарить тебя, а также менторов, потому что на самом деле то, что мы в итоге сделали, это большая заслуга это в том, что мы могли пообщаться и получить очень качественный фидбэк и понять действительно, какие проблемы и как мы можем решать. Поэтому очень большое спасибо за организацию этого прекрасного мероприятия. Спасибо огромное организаторам, спасибо за новый опыт, за новый кейс, спасибо вам огромное за вчерашнюю презентацию, за вот эти вот разгромы. Это большой опыт, надеюсь, что наша команда получит много нового. Я дуже вам всім дякую, перш за все, але по-друге, хочу сказати, що я дуже надіюсь на те, що ви зможете нам допомогти і зробити цей продукт, який ми задумали, неймовірно класно, тобто вкласти в нього душу. І дуже приємно, що ви звернули увагу, тому дуже дякую і хай буде сьогоднішній вечір вашим просто прекрасним. Хочу сказати спасибо, отлична організація, дуже тепла атмосфера і... Вместе с тем, это большая ответственность. Мы благодарны за выбор нашего проекта, всем участникам за консультации. Вот мы познакомились с Атеной, возможно, будем совместно что-то думать. То есть, спасибо огромное за хакатон. Спасибо. Я также хочу поблагодарить организаторов и особенно другие команды, потому что именно благодаря вам стало понятно, что в том числе и то, что мы делаем, необходимо не услуга. Только нам, но и другим. Спасибо вам. Спасибо огромное за такую возможность, за участие в таком проекте. Мы смогли здесь встретить единомышленников и те рабочие руки, которые помогли нам воплощать нашу идею в жизнь. Вот. Мы занимаемся своим проектом достаточно давно, но делаем это вручную и недостаточно широко и активно. Вот. И спасибо за огромную возможность развивать нашу деятельность дальше. Ну, я считаю, самое сильное мероприятие за последние 8 лет, начиная со стартап краш-тестов, когда это только зарождалось, все. Мы за эти 2 дня уже поняли наши ошибки, некоторые бизнес-модели, и я даже боюсь представить, насколько мы круто сможем развиться за это время. Для меня это первый хакатон, поэтому огромное спасибо, то есть, ну, скиллы в презентациях, да, то есть и попытка вместить все, что мы хотели в 3 минуты, да, то есть сегодня они апнулись, да, у меня. Поэтому огромное спасибо. Спасибо, что вы нас поверили. Замечательное мероприятие. Огромное спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за участие. Я хотел бы пригласить вас к баннеру для того, чтобы наш фотограф сфотографировал лидеров остальных команд тоже подойти на сцену, потому что у нас есть классные сертификаты. Так, ребятки, я хотел бы позвать жюри тоже на фотосессию, но кроме того, хотел бы сказать большое спасибо фонду BNET, который помог всему состояться, и компании Microsoft, которая нас приютила. Можно найти, какие лидеры уже все. Остальные команды давайте ко мне. Все, давайте все. Понажимай, что ли? Да, на тебе реки.